Умовы надворья сегодня ускладнили дорожную обстановку. Раницей на трассе помеж Гомелем и Речицей 5 фур заблокировали рух у одним из накерунков. Затор отбылся у вынику сутыкнения легкового автомобиля Ford Focus с грузовой Сканией. Остатние 4 автотехники из-за резкого торможения разгорнуло на мокрой дорозе. По попередней информации, потерпела пассажирка Форда. Яе доставили в больницу. Дробные дорожно-транспортные здарения регистрировались и у Гомелі. У ближайшие дни на большей части региона чекается понижение температуры по ветру. Мокрый снег, на особных участках дорог гололедица. Экипажи ДПС работают во взмоцненном режиме. Водителям необходимо быть предельно внимательным на дороге, учитывать боковой интервал, а также интервал до впереди движущегося транспортного средства. Также выбирать максимально оптимальную скорость движения для данных погодных условий. Пешеходам необходимо быть очень внимательными на пешеходных переходах и при переходе дороги всегда убеждаться в безопасности своего маневра.